Ленинградской коммунистического труда, заслуженный работник завода имени Лихачева. Эту песню написали в 75-м году. Это песня одной группы, всего одна песня. Она очень веселая, но, пожалуйста, выходите танцевать. Давайте зажгем все-таки эту дискотеку своей энергией, своим потенциалом. Все такие радостные. Я дал вам возможность отдохнуть. Теперь же давайте повеселимся. Надежда, так, иди сюда поближе. Вставай, посмотрят все твои красные. Раз, два, три, четыре. Да, вот Надежда Владимировна, о которой я говорил, ударник коммунистического труда. Амадамия, мудамия, пошли. Танцуем, 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 да, как веселая песня. Amada mia, mora mia. 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 Спасибо большое за гостеприимство, за супер обстановку и энергетику вашу. Спасибо, Леночка.